Привет. Привет, друзья. Сегодня наша очередная мукбанг-терапия с Викторией. И Александриком. Вот. Так что она будет сегодня все рассказывать, а я буду сегодня только есть. Правильно? Да. Потому что наш осип, охрип. Охрип что-то, да. Ну что ж. Рассказывай, что у нас открывает. Наготовили голубцов совместным трудом, так скажем. Вау. Да, они еще горяченькие с пылу с жару. Вот. А, кимчи. У нас сегодня капуста капустная. Кимчи. Вот я давно уже не пробовала. Сметанка, гречка с горошком жареным. Ну и по мелочи. Приступим. Ребят, приятного вам аппетита, кто с нами ест. Ну так что приступим? Надо положить. Не, аперитивчик. А ложку мы не взяли большую? Не взяли. Будем, так скажем, выкручиваться. Вот тебе такой гигант. Давай сюда. Опля. Опля. А соус? Я пойду за ложкой сыр. Ну что, ложка магическим образом появилась. Так что ж. Давай я тебе положу. Вот так. И мне можешь чуть-чуть юшечки прямо на гречку положить. Смотрите, какая красота. Да, тут сметанка и томат. Сметанка, и лук-порей. И лук-порей, вау. И хватит, спасибо. Хватит? Угу. Тогда себе. Все, вот такая вот у нас красавица жижечка. Простенькая и с очень приятным вкусом. Ну-ка, ну-ка. Я вот так хочу есть. Очень. Хлебушек сегодня не зажаривали. Сметанки? Сметанки? Пока нет. Я чуть-чуть себе положу. Хотели что-то вам рассказать? Давайте, ребята, давайте, активнее, как у вас там? Да, такие голодные, что, Саш, попробуй кимчи, это маринованное, квашеное, ну, капуста остренькая. Вот так вот, кушаем с рук. Салфеточку всем передайте, пожалуйста. Ручной, Сашенька. Неплохо. Такая прям кислая и острая. И томат, это томатный, говорю, апельсиновый сок. Манго, апельсин. Давно мы к вам не выходили, уже почти неделю. Сейчас будем активнее. Голубчик бы без отчет. Правда? Да, сейчас ребятам, если смогу, показать. Посмотрите, какой красавчик. Капусточка такая подхрущивая, очень хорошо. Да, надо попробовать. Замечательно. Вкусно. Кашка с подливкой, все зачет. Молодой чеснок, очень гармонично. Далеко соль поставил. Тебе нужна солька? Все, окей, спасибо. Я вот помидорку хочу подсолить просто. У нас в Германии сейчас тут пошли наводнения. В другом городе. Баден, не помню, Баден, Нюрнберг, что-то такое. Там эвакуация. Дожди идут беспрерывно. Молодой чесночок. Напишите, кто еще заметил аномалию погодную. Вообще, ну не только в Германии, а вообще как бы по земной, на вся земная шар. Научилась, да? Как же вкусно с гречечкой, да, с этим всем? Очень вкусно. Бери чесночок, он природный антибиотик. Ребят, маленькая такая вставка. Если есть возможность, не пить антибиотики, ешьте чеснок. А ты уже, по-моему, говорила, Хатик. А, повторюсь. Это повторение важно. Повторение — мать лечения, да? Мать лечения, да. А еще, что такое? Брызги полетели в вашу сторону, мансиньор. Ребята, а еще у нас большое событие. Наш канал перевалил за 1 000 000 просмотров.
Та-да-да-да-та-дам. Так и да. Вот. Поэтому мы вас тоже поздравляем. Вы нас смотрите, любите. И мы вас любим и смотрим. Если бы не вы, не было бы этого, этой цифры гигантской. Ну, это первый миллиончик. Потом дальше пойдет, как по накатанной. Да. Прикол еще в том, что мы как бы уже не раз хотели бросить канал, там нафиг надо, долго это все, нудно. Но вот из-за того, что вы смотрите нас, мы не бросаем. Просто мы сейчас очень заняты, у нас очень мало времени. Мы делали бы видео почаще, вот, но попозже будем. Ну, так что прям бросить вряд ли, потому что все-таки надо в критические моменты, когда тяжелее всего, это и есть моменты роста. Ну да. Нельзя бросать. Мышца, когда болит, растет, да? Да. Ну, давай мне сметанки теперь. Вот такие вот истории, ребята. Окей. Еще салфеточки, у меня чисто. Вот у меня дульта заелась. У тебя? Нет, давай я пропустил. Отменить. Мою котичку мы только свежей салфеточкой, правильно? Да. Иди ко мне, мой хороший. А вчера мы так хорошо прогулочку сделали. Про. Ну еще можно голубечек вот такой возьмем? Да. Смотри, какой, да? Прямо настоящий. Это то, что поменьше. Есть 4 поменьше и 4 побольше. А, да, ты вот так вот сделал. И со сметанкой, ребята, вы же понимаете, да, вот так раз. Вот оставим еще сейчас. Ребенок пошел на концерт. Сейчас мы дождемся. Накормлю. Оставила. Ребенок придет, мы его накормим. Ну, давай мне еще кимчи накали. Чуть-чуть только. Чеснок твой. Вот это да, вот так. Очень хорошо, давай. Давай, рот. А я вот так, опа. Такая, знаете, как моченые огурцы, такой вкус и острый. Очень прикольно. Голубечек, видите, классический. Немножко подсолю тебе. Ох, как я так быстро все это съела, потому что я была голодная. Как не знаю кто. И немножечко меньше себе. Ну, я поем, а ты поговори. Как ты сбросила уже? Сколько килограмм? Даже я сбросил 3 килограмма. Я тоже 3 килограмма сбросила. Пока что еще 3,5. Это за 3 недели. Ну, не густо, но не пусто. Думаю, будет побыстрее. Я пошла в зал. Сашка тоже скоро подтянется в зал. Сашунечка. Пока за делами некогда. Помидорку ты хочешь? У меня нет. У тебя есть? Я хочу еще большой голубец. И думаю, на этом все. Съешь. Потому что сытняк. Нормально, спасибо. Опля. И я думаю, что уже не буду. 2. Для меня уже фу. Ты 2 съел? Два. А, ну вот это у меня 2. Как-то надо было ножик. Я забыла. Сорян, барян. Ну ничего, тем лучше. Ты прямо так кусай. Да. Так будет живописней, красивше. Тем лучше сопряжение с рукой. Ну, ребят, лето началось. Сегодня первый или второй день, да? Лето. Я уже потерялась в датах. Напишите нам, какие у вас планы, кто куда едет. Выгревать филейные части на солнышке. Да. Сейчас говорят, не особо-то куда можно съездить, там все закрыто. Но тем не менее, народ пытается.
Что тогда открыто? Смотря для кого. Ничего личного. Я вот так хлебушком. Так. Ну слушай, если Эмилия там вокалом займется в той синагоге, там же ж целое такое направление для детей. Ну что тут в Германии мало кружков. Мало, только на вот. На самом деле тут детей нечем занять вообще. Я так вот помню, у нас, когда я в школе учился, у нас там продленка была, там дети там, кружки, спортзал у нас до 12 ночи не закрывался. То волейбол кто-то играл вечером, то футбол, мини-футбол. То каратисты, пацаны там занимались. Чего только не было. Ну, здесь да. Вообще ничего нет. Может, просто мы еще пока не нашли. Я тут есть. Я, значит, узнал занятия. Малышка хочет баскетболом 1 час в неделю, раз в неделю. 1 час, 1 час занятия, раз в неделю. Угу. Ну что это за спорт такой? Как бы 3 раза, там, по 2 часа как-то дня. Что-то у них тут вообще какая-то лажа. Да, маловато. Ну ничего. У нас вообще наполеоновские планы. Мы вам когда-нибудь о них расскажем. Ну, такие предположения. Как дальше двигаться по жизни? Да, еще, значит, надо 200 евро внести, это годовой, как бы, и 80 евро в месяц. Угу. За то, что она будет 1 час в неделю, 80 евро в месяц. Ужас. Я не знаю. Как-то тут нет вот школьные команды, я не знаю. Ну, как-то же появляются сборные Германии. Ну, как-то появляются. Ребят, подскажите, кто рядом у нас тут находится? Кто в Германии живет, да, как ребенка занять? Вот подскажите, правда. Да, очень надо. Она плачет, сидит, говорит, я хочу чем-то заниматься, но мы не можем найти. Ну, нашли уже, я тут поднял интернет, но все равно. Что-то такое какое-то все. Очень пассивно здесь это. Ну, наш папа ходит в синагогу. Там очень много кружков. Но, как бы, я не знаю, захочет ли Эмили это вот все. Вот это делать. У нас ребенок и поет неплохо. Угу. Слух есть и все. Надо развиваться как бы. А тут вообще. Ну и школа тут, конечно. Да, купили недавно книгу по астрономии. Саша купил. За 50 евро. Книга лежит. Караван идет. И для Эмилии. Но она говорит, что она попозже. На немецком языке попозже будет ее читать. Ну ничего, что-нибудь да. Малыш, я уже наелся. Не знаю, как ты. Я тоже, все. Да? Да, котечка. Ну, мой хороший, спасибо, хозяюшка, очень вкусно. Ты же мне тоже помогал. Вертеть. Ну я что, нес, тащил капусту и крутил фарш. Ну что, вот такой у нас недолгий сегодня мукбанг. Ну такой, просто, ребят, мы к вам с приветом. Вы к нам с ответом. Да. Ждем ваших комментариев, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочка в описании. И будьте все здоровы, кушайте с нами. Решайте сами. А дальше вот придумайте четверостишие, под это кушайте с нами, решайте сами. Мы будем ждать в комментариях. Дальше карп. Дальше карп. Ребят, ну пишите комменты, да, пообщаемся. Пока-пока. Пока-пока.